Наша страна отмечает День воздушного флота. Это и профессиональный праздник большого отряда московских авиаторов, пилотов, штурманов, работников наземных служб аэропортов и представителей многих других профессий аэрофлота. В эти предпраздничные дни мы отдаем должное их огромному вкладу в развитие народного хозяйства. Вот только за 7 месяцев этого года перевезено свыше 70 миллионов пассажиров, более 1,5 миллионов тонн грузов, 225 тысяч тонн почты. Много теплых слов можно сказать в адрес пилотов-москвичей, помогающих осваивать нефтегазоносные районы Сибири и Крайнего Севера, в адрес тех, кто проводит океанские суда в верхних широтах Северного Ледовитого океана, тех, кто с воздуха обрабатывает сельскохозяйственные угодья, кто переносит на крыльях могучих лайнеров миллионы пассажиров. Николай Петрович, лето, как известно, напряженная пора для авиаторов. И тем не менее, что вы делаете для улучшения обслуживания пассажиров? Ну, самое напряженное время для Домодедовского аэропорта – это конец августа, когда наши пассажиры, регионы, которые мы обслуживаем, возвращаются домой. Мы вот в последнее время ввели новые зоны досмотра. Это значительно сокращает время перед отправкой самолетов. Организовали дополнительную камеру хранения. Вывели потоки пассажиров, прибывающих в летний павильон. Тем самым вот это создает условия для того, чтобы как-то улучшить обслуживание наших пассажиров. И самое большое, я считаю, что в условиях дефицита керосина мы выполняем дополнительные рейсы. Только начиная с 20 по 5 число мы выполним порядка 25 дополнительных рейсов на Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск. То есть могут улететь все те пассажиры, которых мы видели сегодня, Которые имеют билеты на поздние даты, для того, чтобы им возвратиться домой, ну, где-то к началу учебного года. Конечно, меры, которые мы принимаем, это полумеры. И проблему полностью можно решить только с реконструкцией нашего аэровокзала. Вот и давайте присоединим сегодня к пожеланиям успехов московским авиаторам в канун их профессионального праздника пожелание быстрейшей реконструкции аэропорта Домодедово. Давно настала тому пора. В интересах прежде всего пассажиров, да и самих авиаторов.